Мэри, доброе утро! У нас сейчас будет защита от темных искусств. Ее теперь ведет профессор Локонс. Он просто чудо, правда? Я обожаю его книги. Кабинет защиты от темных искусств на третьем этаже. Идем. Это большой зал. В нем проводятся дуэли и важные церемонии. Ух ты! Гарри Поттер! Слушай, дай автограф, а? Алахамора! Алахамора! Извини, я занят. Надеюсь, в этом году кубок достанется Пуффендую. Ненавижу пауков. От них у меня мурашки по коже. Извиняюсь. Может, не стоит толкаться? Привет. Может, не стоит толкаться? Ненавижу пауков. От них у меня мурашки по коже. Надеюсь, в этом году кубок достанется Пуффендую. Надеюсь, в этом году кубок достанется Пуффендую. В поезде без тебя было очень скучно. В поезде без тебя было очень скучно. Поттер, ты что, ослеп? Смотри, куда идешь. А, это ты. Черт, смотри, куда идешь. Приветик. Смотри, куда идешь. Извиняюсь. Извиняюсь. Гарри, с новым, значит, учебным годом. А я тут по-прежнему за лесника, вот. Кажется, хижину пора чуток подкрасить. Что скажешь, Гарри? Свинья эта везде грязь найдет. Кажется, хижину пора чуток подкрасить. Что скажешь, Гарри? Это МакГонагал, та еще штучка. Но скажу тебе, сердце у нее золотое. Кое-кто называет мою хижину уродливой, а по мне так она самая лучшая. Эй, Гарри, как насчет чайку? А, у тебя уроки. Ну тогда ладно. Поторгуем? Извиняюсь. Флиппендо! Флиппендо!
Гамора! Прошу прощения. Теплый дождик — это так здорово! Ах, если бы профессор Локонс вел все уроки! Извиняюсь. Алахамора! 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 Гарри. За этой дверью гостиная нашего факультета. Здравствуй, Гарри Поттер. Ты ведь идешь в гостиную, не так ли? Алахамора! Извини, я очень занят. Извиняюсь. Не обращай внимания. Это Артур, младший брат Мэрилин. Он немного того. Привет, меня зовут Артур. У меня классная коллекция незаколдованных мечей для крикета. Моя коллекция жучиных лапок гораздо лучше, чем у моей сестры. Хочешь посмотреть? Хочу, чтобы мои волосы блестели так же, как у профессора Локонса. Не хочу с тобой разговаривать. А, это ты. Защита от темных искусств должен преподавать Снег, и никто другой. Кубок по праву принадлежит Слизерину, и никакие гриффиндорцы у нас его не отнимут. Привет. Не хочу с тобой разговаривать. Гарри, кабинет защиты от темных искусств наверху. Быстрее, Гарри, там же будет сам Локонс. Привет, как насчет покупок? Прошу прощения. Прошу прощения. Здравствуй. Ух ты, Гарри Поттер. Слушай, дай автограф, а? Извини, я занят. Смотри, куда идешь. Здравствуй. Смотри, куда идешь. Извиняюсь. Смотри, куда идешь. Здравствуй. У тебя не появилось новых шрамов, когда ты врезался в Иву? Лучше бы ты заколдовал автобус и привез на нем всех нас. Прошу прощения. Смотри, куда идешь. Здравствуй. Извиняюсь. Хочу, чтобы мои волосы блестели так же, как у профессора Локонса. Прошу прощения. Прошу прощения, но весь товар вышел. Приходи попозже. Ой, извини. Оказывается, я уже все распродал. Алахамора! Брысь отсюда! Не испытывай мое терпение. Я не разговариваю со второгодками. Не испытывай мое терпение. Я не разговариваю со второгодками. Брысь отсюда!
Знаешь, Поттер, год еще только начался. Всякое может случиться. Привет, Гарри! О, привет, Ник! Знаешь, Гарри, я в Хогвартсе уже несколько тысяч лет, а все равно иногда нахожу незнакомые тайники. Вот, например, этот тайник можно открыть, только собрав все 40 серебряных волшебных карточек. За каждые 10 таких карточек ты будешь получать по одному ключу, а замков на этой двери, как видишь, 4. Карточки спрятаны в Хогвартсе и его окрестностях. Посмотрим, сможешь ли ты найти их все. Пока заперта. Флиппендо! Эта дверь не должна быть заперта, или нет? Эта дверь не должна быть заперта, или нет? Отойди от шкафчиков, там ядовитые зелья. О, что-то случилось. Береги себя, Гарри, здоровье прежде всего. Если ко мне придут пациенты, тебе придется удалиться. Что-то в этом году ко мне слишком часто обращаются с паучьими укусами. Здравствуй, Гарри, надеюсь, в этом году мне не придется лечить тебя. Гарри, отойди от шкафчиков, там ядовитые зелья. Слава богу, ты в порядке. Гарри, почему ты не на уроке? Гарри, что ты здесь делаешь? Что-то в этом году ко мне слишком часто обращаются с паучьими укусами. Флиппендо! Флиппендо! Гарри, почему ты не на уроке? Если ко мне придут пациенты, тебе придется удалиться. Люмос! Гарри, почему ты не на уроке? Гарри, что ты здесь делаешь?
Здравствуй, Гарри. Надеюсь, в этом году мне не придется лечить тебя. Гарри, я очень занята. Флиппендо! Гарри, отойди от шкафчиков. Там ядовитые зелья. Здравствуй, Гарри. Надеюсь, в этом году мне не придется лечить тебя. Здравствуй, Гарри. Я мадам Помфри, хогвартская медсестра. Надеюсь, ты помнишь дорогу? Где-то рядом бродит Филч. Пойду-ка я отсюда. Так, так, так. Я, значит, услышал грохот, пришел, и что я вижу? Гарри Поттера и осколки редчайшей, бесценной древней вазы. Аргуса Филча, школьного завхоза, ненавидели все ученики. Говорят, что миссис Норрис, кошка Филча, помогает ему следить за студентами. Она сама упала, честно. Иди, иди ко мне. Дай мне схватить тебя. Что это было? А? О чем это ты? Я слышал голос. То, что ты слышишь голоса, еще не повод портить школьное имущество. Я этого так не оставлю. А сейчас отойди и не мешайся. Но ведь я действительно слышал странный голос. Разбить еще что-нибудь? Иди отсюда. И не надейся перехитрить меня. Я слежу за тобой. Миссис Норрис говорила, то есть я сам видел, как ты шлялся в неположенном месте. Еще раз узнаю, пеняй на себя. Если не хочешь, чтобы тебя выгнали, изволь следовать правилам. Поттер, я давно за тобой слежу. Приветствую вас на уроке защиты от темных искусств. Моя персона в представлении не нуждается, но я все-таки представлюсь. Я Златопуст Локонс, рыцарь ордена Мерлина 3-го класса, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку. Я вижу, у каждого из вас есть полный комплект моих книг. Молодцы! Сегодня мы с вами изучим боевое заклинание Rictus Empora. Rictus Empora — это оглушающее заклинание, очень эффективное против некоторых назойливых созданий, например, корнуэльских пикси. Итак, кто первый? Может быть, ты, Гарри? Везет же! Гарри, очисти свой разум от посторонних мыслей. Не думай даже обо мне. Сосредоточься на символе, который ты видишь перед собой. Видишь мою палочку? Сейчас она очертит контур заклинания.
Как только палочка укажет на стрелку, ты должен быстро нажать клавишу с такой же стрелкой на клавиатуре. Упражнение состоит из трех этапов. Чтобы перейти к следующему этапу, ты должен нажать все нужные клавиши в правильном порядке. Ты готов? Первый этап начали. Неплохо, Гарри, неплохо. А теперь следующий этап. 5 баллов Гриффиндору. Второй этап начали. Неплохо, Гарри, неплохо. А теперь следующий этап. 10 баллов Гриффиндору. Третий этап начали. Отлично, Гарри. Сразу видно, мой ученик. Задание выполнено. 15 баллов Гриффиндору. Ты выучил заклинание Rictus Empro. Разумеется, у меня в первый раз получилось гораздо лучше, но и так тоже неплохо. А теперь сюрприз. Специально для вас, мои ученики, я разработал очень интересный практикум по заклинанию Rictus Empro. И первым его выполнит Гарри Поттер. Удачи, Гарри! Добро пожаловать на мой знаменитый практикум по заклинанию Rictus Empro. Если хочешь победить, найди и возьми последнюю звезду. Подсказываю, она находится на вершине этой башни. Действуй как можно быстрее. Если ты не успеешь найти последнюю звезду до того, как истечет время, твой факультет не получит ни одного балла. По пути обязательно собирай звезды. За каждую из них ты получишь дополнительное время, а твой факультет — баллы. А если соберешь все звезды, тебя ждет сюрприз. Найди последнюю звезду как можно быстрее. Чем больше времени у тебя останется, тем больше баллов получит твой факультет. Ты готов? Тогда удачи! На старт! Внимание! Марш!